Корней Чуковский, герой любимых книг, в стихах и музыке, один из концертов образовательных программ филармонии. По словам заведующей детского сада, такие проекты оказывают благотворное влияние на детей. Вообще все театральные программы, они очень важны для развития детей, потому что они развивают словарный запас, нравственные качества, взаимодействие между артистами и детьми, что, ну, влияет очень на развитие ребенка. Ну, и вообще, надо сказать, что филармония ведет очень правильную политику. К нам народная тропа не зарастет никогда, потому что филармония готовит своего зрителя вот с такого маленького возраста. Филармония своего зрителя воспитывает с детского сада. Поэтому это дело очень важно, и потом публика какая благодатная. Для них работать одно удовольствие. Потому что маленькая публика, вот в детских садах, может быть, даже некоторые дошкольные, это самый требовательный зритель в принципе. И это всегда нам педагоги говорили со стажем. Вот, и поэтому, когда ты видишь заинтересованность детского взгляда, когда у них глаза горят, и они на каждую твою реплику, на каждое твое действие на сцене живо реагируют, ты понимаешь, что да, ты делаешь все правильно. Это именно то, что нужно. В этом сезоне запланировано еще 1500 подобных концертов в детских садах, школах и колледжах.